Честно, я вот стояла, когда смотрела, начались схватки синих поясов, а рядом как раз доборолись дети, и то ли бабушки, то ли стояли. Ну ладно, ладно дети, ладно мальчики, но девочкам это зачем? Я такая задумалась, действительно, зачем? Зачем девочкам? За этой вероятностью ходишь? Да. 99% что ты проиграешь, а 1% у тебя есть. Ну, хотя бы отвести от себя тень ЖЖ лайфстайла для Инстаграма и сделать вид, что она действительно занимается чем-то серьезным. Те же самые мотоциклы там ты выучил, и там все, как бы, больше знаний нет. А тут ты постоянно развиваешься, и прям невозможно все узнать, по-моему. Наверное, чтобы что-то доказать себе, что я все-таки могу что-то сделать. Нравится себя преодолевать, да, себя. Иногда, так, допустим, 45 лет, это важно. 45 лет? Да. Расскажи, как тебе соревнования? Быстро. Я выиграла первое место, остальное меня не волнует. Класс.